сорт томата «Желтая булочка». Иногда встречается название «Желтое печенье», но мне как-то кажется, «Желтая булочка» больше подходит для названия этого сорта. Вот такой вот оранжевого цвета полной спелости томат, как бы сердцевидной формы. Это среднеспелый сорт томата. Высоту куст может достигать от 1,5 м до 2 м. Плоды от 200 грамм и выше. В первых кистях томат может достигать до 600 грамм. Формировать этот сорт лучше в 2 стебля, и томаты получаются более крупные. Обязательно требуется подвязка и также посынкование этого сорта. Очень высокая урожайность. Даже в самое холодное лето урожайность может достигать до 4 килограмм с куста. В разрезе томат вот такого красивейшего цвета напоминает тыкву по цвету. Очень мясистый, многокамерный, семян мало. По вкусу очень-очень сладкий. Выращивать этот сорт можно как в открытом грунте, так и в теплице. Назначение салатное у этого сорта. Также очень вкусный получается томатный сок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте палец вверх и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.